Утречка, отличный денек для Поушенкрафта. На связи Расимир и Ольга. Здравствуйте. Смотрите, ребят, мы это все собираем. Зачем? Затем, надо. Чтобы... Да, за надо. Нужен яд для одного дельца. Сварганишь? Сваргани. Мне кажется, мы уходим... В минус. В жесткий. Да. Пошел в жопу. А у вас нет зелья, которое поможет элегантно уйти от погони от стражников? Да господи! Вот, да. Да ну не душите! Не душите, ребята, ну серьезно. Разработчикам опять-таки просто плевок в лицо за вот эту. Обманули. Просто на полном серьезе, ребят, еще раз напомню. Разработчики написали, если вы будете выполнять абсолютно все заказы, вы никогда не уйдете ни в полный минус, ни в полный плюс. Никогда. Будет действовать как противоядие. Мне нужен яд для моих исследований. Хорошо, противоядие нужно. Это защита. Нет, ему нужен яд. Ему нужен яд? Ему нужен яд, ему нужен обстановка. Да? Да. Ну и ладно. Давай изготовим новенький яд. С варганием по рецепту из могильного гриба. Прекрасно. Ой, у нас, кстати, был яд. Держи, дружище. Держи. Это плюс как раз. Угу. Покажи наши товары. Наши товары. Да. Раз, два. Ой, Путарасаль. Наконец-то. Магаягоды миллион. Шикарно. Хорошо. Как раз то, что нужно нам. Хорошо сходила в лес. Угу. Слушай, я бы даже, знаешь, вот это бы взял. У нас перецвета мало. А какашку нельзя. Какашку продать, точно, согласен. Какашечка, какашечка. Могу продать ее в инвентарь. В инвентарь. Вот это деньги, конечно, ужас. За 0,5, ребят. Продали какашку за 0,5. Ого. Пускай лежит. Пусть... Это память. Это просто память. Так, пламя росли на самом деле мало. Смотри, у нас мало перецвета. 8. Пламя росли 22 всего лишь, да. Перчик, ну как бы еще есть какое-то количество. Пуха цвета сколько? 32, ну немного. Направо, если пойдешь, 38. Найдешь. Ой, друидский розмарин нам точно нужен. Очень нужен. Очень нужен. Вот это просто жизненно необходимо. Если вот это еще как бы сомневаемся, то вот это точно, господи, женщина. Ну не души меня, я тебя очень прошу. Ну это же, ты понимаешь, это невыносимо дорого. Такие ценники. На кошмар. Траву. Злая женщина. Знаешь что? Погнали. Я тебе серьезно говорю, погнали. Забей на все. Рост. Рост. Увеличение, рост, уменьшение, взрыв. Я там что-то не особо понимаю. Вот такой вот значок. Это, да. Рост, взрыв. Раст. Раст. То, что я запомнила, и то, что я увидела. Взряв. Взряв. Следующий. Покажи. Свет, огонь, свет, защита от мороза. Огонь, свет, защита от мороза. Огонь. 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 Ух ты, сколько много. Защита от мороза. Свет. Защита от мороза. Угу. Это давай пока закинем. Да, давай. Хорошо, закидываем. Сверху увеличение. Угу. Ага. Угу. Ну, немножко разные. Забей. Так, увеличи. Нет. Нет. Чуть-чуть. Там взрыв. Здесь огонь. Здесь нет, свет. Защита от мороза снизу. Защита от мороза снизу. Красиво? Красиво? Красиво. Дальше, ребят. Не все так просто. Если вы думаете, расслабься, не пальцем, мы тут увидели то, что здесь не просто трагедия. Здесь архи, жестокая жесть. Сначала свет, огонь, взрыв. Три давай. Свет. Три свет. Огонь, взрыв. Либо от светы, либо все-таки... От взрыва? От взрыва. Взрыв, потому что просто реализовать. На полном серьезе говорю. Взрыв ты берешь, смотри. Смотри внимательно сейчас. Смотрю. Только ты можешь от рецепта уйти уже сразу. Зачем? А ты хочешь один взрыв взять и пойти? Я хочу попробовать сделать следующее. Я сейчас тебе красиво покажу. Смотри, оно достает аж вот до сюда, ты видишь? Mm-hmm. Ты видишь, до куда оно достает? Ты это видишь? Mm-hmm. А если мы возьмем какой-нибудь похотливый гриб, то он достает гораздо меньше. Смотри внимательно. Так. А, да. Смотри. Поехали. Аккуратно. Здесь нужно супер аккуратно, потому что здесь можно очень напороться. Угу. Поэтому нужно чуть войти все-таки внутрь. Иначе никак. А я не достану, кстати. Я же постарался аккуратно. Я постарался. Вообще не достаю. Да, ты постарался, но не достаешь.
Все равно не достаю. Ну, ребят, мы проверили. Вы хотели, чтобы мы проверили? Мы проверили. Идея была хорошая, но говно. Обидно, кстати. Угу. То, что нельзя из одного. А потому что в конце вот эта вот свистоперделка начинается. Да, в начале. Если бы было в конце, может быть, было бы больше выгоды, но так неизвестно. Хорошо, тогда нам нужно сделать, например, цепкий корень, который нас доведет до сюда. Нам пройти и вниз пойти. Да. Давай так и сделаем. А взрыв нам нужен первый, правильно же? Да. Ну, как вот огонь. Легчайшее тогда, просто легчайшее. Давай тогда сделаем вот так. Круто. Первый взрыв сделан. Хорошо. Чпуньк. Что ты делаешь? Ну ладно. В смысле? Ты начал крутить лопаткой. А, надо... Не страшно. Оно же сработало. Да, будем считать, что да. Так, можно пал-кактус. Ой. А можно хитряктус. Нет, хитряктус не получится, к сожалению. Давай пал-кактус тогда что-нибудь. Пал-кактус. Он, видишь, вниз идет. Я просто хотел бы, чтобы оно там, но ты понимаю. Вот эта, например, штука, она достанет. Я тебе серьезно говорю, она достанет. Так, ты не забываешь, что там три нужно. Тогда не достанет. Понял. Понял, принял, осознал. Всю тщетность бытия познал. Тогда мы сделаем. Нам надо так, чтобы отсюда, хватило, понимаешь? Угу. Более того, нам нужно, чтобы не просто хватило. Чтобы на тройку хватило. Да не просто на тройку, чтобы вообще дофига хватило. Смотри, для этого нужно супер нежно. Давай. Вот так. Разгоняемся. Но главное, не лопаткой верти. По-моему, много. Чего много? Все в порядке? Нам нужен огонь. Ты забыла. Хорошо. Ты про огонь забыла? Нет. Поэтому нам и нужно вниз дополнительно еще. Есть контакт. Разгоняемся. Огонь. Ползи вниз. Заползаем. А я и ползу. Ползи. А я и ползу. Ты ползи. А я и ползу. Ползи. Нормалек, ты чё? Тут вообще расслабься, не парься. Более того. Чё? Более того. Смотри внимательно. Главное, не ныряй. Вообще уже достанем, по-моему. Нам единичка нужна. Да, нам единичка нужна. Все, заливаем. Аккуратно. Не промахни это. Не перестарайся. Есть контакт. Сохраняем. Сохраняем, конечно же, рецепт. И... Ах, надо было сразу. Это наша ошибка, конечно. Так, листики. Что вы тут делаете? Листики, это же место занято. Здесь не может быть вашей рекламы. Давай-ка вот сюда запихиваем. В смысле, нужно было сразу? Цитринитас. Нарисовать? Конечно. Это будет вот такой, похож? Да, красивый, короче, похож, да. Похож на цитринитас. Как раз желтый, потому что свет. Потому что да, это... Желтого. Да, согласен. Все, это цитринитас. Ребят, знакомьтесь. Первый рецепт цитринитаса. Зачем? Ты сумасшедшая, нет, что ли? Нет. Сумасшедшая. Мы 40 опыта почти что потеряли. Все, почти? Вот теперь завершаем. Все, теперь вниз. Это мы закидываем... Где-то вот тут. Вот где-то здесь. Дальше. Дальше. Нам нужно две... Вот теперь выходим вот теперь в страшную жопу. На самом деле, пока не жопа. Конечно, проблема пока... Проблема в том, пока, что там пока, две. Пока не жопа. Там две и там две. Здесь раз. Ага. На другой стороне от мороза. Серьезно? Ага. Ну тогда жопа. Не так далеко. Не, ну в принципе все равно жопа. И самое главное, нам нужно по два именно. Да, я же про то же. Кто придумал эти зелья?
Господи. Ой, я, конечно, могу предположить, что они хотят в воду запихнуть. Чтобы мы в воде их взяли. Но это еще хуже. Это трындец. Чтоб ты понимал. В воде? И вот здесь? Нет, воду мы точно не пойдем. И вот здесь. Все, погнали тогда вправо. Как мы вообще делали это зелье? Давай вспомним. Мы делали две водошляпки, путоросль, магоягоду. Господи, чего мы только не тратили. Ну хорошо, давай тогда. А можно в ту сторону просто какими-то водоцветами дойти? Можно. Ну, давай водошляпку все-таки используем, потому что водошляпка это водошляпка, как ни крути. Угу. Если бы водошляпка не была водошляпкой, она бы не была водошляпкой. Не поспоришь. Все, подлили и поехали. Вот мы и прошли полпути. Угу. Далее, водоцвет. Хорошо. Мы полностью не выберемся из этого дерьма, но мы близки. Водошляпку? Вязнет. Водоцвет. Есть. Дальше. Водошляпку? Можно. Она пройдет очень красиво. Что мы еще можем? Хорошо, если не водошляпку. Это можем? Нет. Mm. Путоросль? Можем. Но лучше не нужно. Хотя, а почему не нужно-то? Почему? А что нет-то? Почему она тебе не нравится? Так. Их такое же количество, как водошляпок. Магоягода есть. Колдовской гриб. По-хорошему бы, конечно, ледофрукт. Ты берешь не ледофрукт? Давай мы дойдем вот до сюда. Опа. Ледофрукт нам не поможет, да? Нет. Хотя, как бы да, но да. На самом деле, правда, да. И еще один водоцвет. И мы в шоколаде, смотри внимательно. Вот примерно здесь, если мы тогда перехватим вот сюда. Угу. И тем самым сможем двойку как раз замутить. Хорошо. Не скажу. Это дешево очень, но... Неплохо. Ну, что поделать. Камышись легко. Опа, масло задели. Вот. Опа, еще задели. Это вот, кстати, неприятность. Опа, еще даже задели. Ты прикинь, ну, насколько мы в тройку даже можем выйти. Ну, хорошо, так. Разгоняем. Нам нужна двойка. Теперь нам нужно обратно. Подливай маслечко в огонь. Подливаем масло в котел, ребят. Кстати, если кто не знал, мы дед. Да. Старый дед. Это не шутка. В трейлере игры показывается то, что мы дед. Теперь давай в другую сторону. Теперь как мы делали мороз, надо вспомнить. Мы мороз делали следующим образом. Через вниз. Через жесткий вниз. А давайте не будем через вниз идти. Давайте просто забьем на этом. К чему нам эти правила? Мы можем вот, например, драконий перчик использовать и пройти здесь на красоте. По красоте просто проходим, смотрите. Бам. Все, перчик есть. Дальше, например, огненным колокольчиком. Или же можно и попку, можно еще и перчиком. Можно, лучше не надо, лавокорнем все-таки. Хотя в целом неплохо. Лавокорень так-то заходит сюда. Заходит ли магмовый сморчок? В целом, да. Тоже хорошо. Я понимаю, что через болото, ребят, забейте. Мы потом поиспользуем миллион огненных колокольчиков и компенсируем эту задачу нашу. Выглядит путь зато наш красиво очень. Все, миллион огненных колокольчиков пошел. Раз огненный колокольчик. Можем, конечно, в расчете на то, что нам якобы хватит того, что там будет... Попробовать что-нибудь другое. А можем просто два огненных колокольчика сюда вбухать. И не заморачиваться. Два огненных колокольчика плюс какая-нибудь условная террария. И мы затащим. Огненный колокольчик же это дешево. Да. И вот она террария. Которая... Две, не забывай. Что? Две не забывай. Что две? Две нужно. А, две. Качество два. Да. Да не проблема вообще. Mm-hmm. Все, это мы сохраняем рецепт. Не сохраняй. Вот теперь. Желтенький. Какого цвета только? Красно-синий нужен.
Нужен красный. Синий. И сюда тоже, пожалуйста, синий. А сюда, пожалуйста... Нет, выше, да. Красный. Прекрасно. Прекрасно. Вообще замурчательно. Но для начала, перед тем, как мы закончим, конечно же... Собираем опыт. Соберем опыт. Зараза. Вот, да. Ладно, запихиваем. Это еще не самая жопа, ребят. Это вообще... Это легчайшее. Это самое легкое. Теперь... Две защиты от холода, два увеличения роста. Огонь! Понимаете? Огонь! Да в смысле огонь? Ну почему огонь? Огонь! Ну в принципе это все в той стороне. В принципе, аптяп-тяп. Аптяп-тяп, все в той стороне, я про это. Хорошо. В огонь можешь сначала, это ближайший выпад. А я так и сделаю. Единственное, что мне придется опять-таки драконьим перчиком воспользоваться. А я и воспользуюсь. Драконий перчик плюс, конечно же, вот это вот. Потом либо... защиту, потом в этот, в увеличение роста. Погнали, да, погнали. Вот так пойдет. Все, один огонь растопили. Есть. Здесь в болоте спрятались. Закидываем сюда магмовый сварчок. Бам. Кстати, прикольно получилось. Очень даже интересно. Теперь, сколько нужно? Давайте посчитаем. Сколько нужно, говорите? Два нужно. Два и два. Хорошо. Можем мы пламеросы использовать? Ну, пламеросы у нас мало, понимаете? Огненных колокольчиков у нас миллион. Поэтому мы их можем смело тратить. И вообще расслабься, не парься. Одного не хватит. Но мы выйдем чуть дальше. В любом случае подтянемся, господи. Ничего страшного. Все, конечно же, одна террария. Желательно бы, правда, не перебрать здесь. Ну, нам потому что надо будет вверх уходить. А насколько вверх уходить нам? Погодите. Мы хотим через болото или мы хотим через вот эту область пойти? Скорее через эту область, поэтому нам террария нужна, чтобы спуститься хорошо. Прям хорошо. Вот до сюда, пожалуй, даже. Плюс-минус. И двойка. Есть контакт. Я думал, что оно дольше будет готовиться, но не страшно. А, так, теперь пламеросель нам не особо. Хотя, в зависимости от того, что у нас может идти наверх. Наверх оно... Налево вверх, конечно же. Бешеный гриб... В целом цепкий корень там сможет выйти, если мне потребуется. Либо похотливый гриб, он тоже огибает. Тоже огибает. Поэтому огненный колокольчик сюда использовать еще один можно вполне смело. И даже умело. Дальше, налево, вверх. Бешеный гриб, изи. Взрывоцвет не прокатит. А цепкий корень, к слову, не прокатит. Похотливый... Не прокатит. Как интересно. И ладно, давай тогда делаем вот таким образом. Да, цепляемся. Расслабься, не парься. Влево уходим при помощи пламеросль. Серьезно? А не слишком ли сильно? Соглашусь. Здесь мы спустимся вниз, но потом зацепим... Я боюсь, что все равно проблема. Проще всего, именно проще всего с точки зрения понимания, ребят, это вот так вот сделать. Теперь идти вверх. Причем вверх идти хитро, желательно бы. Перецвет не поможет. Пухоцвет. А вот пухоцвет. Чисто визуально зайдет идеально в двойку. Если он пропишет нам двойку, будет красиво. Если не пропишет, будет очень грустно. Мы расстроимся, и вообще все будет плохо. А мы не расстроимся, и плохо не будет. Все. Шикарно, ребят. Шикарный рецепт, шикарного зелья. Вот такое, да? А здесь нужны элементы. Какие? Элемент пламени.
Это у нас пламя, оно условно-оранжевое. Элемент синего, синий элемент. И элемент, опять-таки, красный. Внезапно. Почему красный-то? Ну и пусть будет еще синий дополнительно. Хорошо. Хорошо, такой вот у нас есть. Завершаем зелье, спускаемся вниз. Это мы самое зелье запихиваем сюда. И это еще не самая жопа. А вот теперь начинается жопа, ребят. Два света надо. Два света, молния, мана и увеличение роста. А хотя секунду. На самом деле, немножечко попроще, чем можно себе представить. У меня родилась новая идея. Как это сделать через воду, ребята? Вода, вода. Вот оно же зелье у нас. Вроде бы. Если не оно, то где-то близко здесь. Где-то здесь вот поблизости будет. То есть либо это, либо все-таки где-то поблизости будет еще зелье. Хорошо. Это не проблема. Все, нам нужна мана 1, молния 1. Вот в ману 1 именно выйти будет... Не так просто, как хотелось бы, если честно. Я как-то выходил в ману 1, но я уже не помню как. Чтобы легкий способ был. А вот, мага-ягодой. Прекрасно. Мага-ягодой мы сможем сделать без проблем. А дальше, например, применить вихретравку, которая нас вроде как... сможет закинуть прямо на молнию. Прокрутимся. Возможно, даже прокрутимся и сможем уйти вниз. Что нам очень важно, если честно. Давайте попробуем таким образом. Начнем с маны 1. Бам, есть касание. Для 1 нужно просто касание. Это, конечно, не может не радовать. Здесь не... Аккуратно, останавливайся, пожалуйста. Пожалуйста, остановись. Спасибо. Здесь нужно супер аккуратно. Очень маленький водоворот, потому что... Кстати, он же нас может привести... Тю, я что-то дурачок немножко. Он же нас может привести прямо домой. Тогда хорошо. Можно было и не крутиться. Крутиться надо все равно. Вот так только нужно покрутиться. Будет и касание, и мы вернемся в водоворот. Шикарно. Касание есть. Заклинание есть. Водоворот, да, тоже есть. Давай-давай, разгоняйся, не стесняйся. Прекрасно. Теперь сливаем. Вопрос, нужно ли нам вверх? Вверх как раз-таки не нужно, поэтому мы зальем сначала. Выйдем вот в этот опыт. И зальем полностью. Проверим на всякий случай. Ничего нет. Теперь влево. Уходим влево на свет. Нам свет нужен второго уровня, но не третий. Здесь либо вот так будем проходить, либо, скорее всего, будем проходить, ребят, при помощи камней. У нас есть камни. Кровавый рубин. Вероятнее всего, будем использовать его. Пока не точная информация. Я не могу гарантировать, что мы поступим именно так. Пламя, Рассель, начнем с тебя. Лавовый корень не дотягивается. В жопу тогда его. Вот пламя, Рассель, дотягивается. Две пламя росли. Дорого. Ультра дорого. Ну, куда деваться? Сильно здесь нужно войти, потому что иначе мы не пройдем. Я понимаю, что едва-едва это было на тоненького. Я понимаю. Нам нужна двойка здесь. Лавовым корнем мы себе эту двойку можем обеспечить сейчас без проблем. Сливаемся. Просто два нужно. Давай. Есть. Два свет. И теперь задача не из простых. Знаете что?
Я пересмотрю свое решение. Угу. Я хотел сделать иначе, а поступлю вот так. У нас есть телепорты, которые изучены. Мы можем попасть сюда. Сюда попасть. Здесь мы можем обогнуть. Попасть сюда, сюда. Здесь кровавым рубином как раз и пойти. Угу. Это будет гораздо дешевле, чем я задумал. Ну, может быть и не гораздо, но дешевле. Могильный трюфель цепляет. То есть можно могильный трюфель в целом использовать. Если вниз. Вниз есть что красивое такое? Есть грязигриб. Грязигриб зайдет сюда еще лучше. Потому что он позволит после того, как мы очутимся внизу, опуститься еще ниже. Причем хорошо так опуститься вниз. Хорошо. Так и поступим. По идее, не должны сломаться. И не сломаемся. Красиво. Очень плохо. Вот это было лишнее. Серьезно. Нам срочно нужно в обратную сторону, иначе мы умрем. Не вдоль, а вот так. Хотя и вдоль нежелательно бы. Нежелательно бы. Тут ошибка, признаю. В принципе, пламеросель заходит хорошо. Но это лишняя пламеросель в этот рецепт. Не хочется. Пламеросли уже слишком много было потрачено. Огненных цитринов у нас дофига, к слову. Не хочется тратить огненный цитрин тоже. Дорогие, они дорогие и редкие. Лучше пламеросель. Пламеросель как раз нас вытащит, по сути, туда, куда надо. Наверное. Нет, нас только убьет. Давай, рискну. Цитрин. Просто потому, что их много, ребят. Если бы не было их много, я бы так не потратился. Все, есть, цитрин есть. Да, потратил ресурс каменный. Не хотелось этого делать, пришлось. Перьевой мы не просто так брали. Отсюда необходимости выходить нет. Поэтому мы сразу потратим полностью, я думаю. Раз. И в водоворот. Есть. Теперь, при помощи кровавого рубина, их у нас ультра мало, но он слишком хорошо сюда вписывается. Зелье уже выяснили, что 100% не это. Вот то. Поэтому мы туда и идем. Спасибо за рекомендации. Без них, конечно, я бы сначала, наверное, туркнулся вот в это зелье, а потом бы только в то пошел. Только где оно располагается, пока неизвестно. Давайте пока что сделаем вот таким образом, а дальше разберемся. Опа! Почти красиво. На самом деле, идеально. Максимально идеально даже. Все! Готово. Последняя единичка. Можно сохранить этот рецепт. И мы его сохраним. Это у нас цитринитас. Цитринитас со светом. Соответственно, тут желтый, да, свет? Желтый, хорошо. Следующий цвет у нас будет молния. И мана. Это молния. Это мана. А это? А это красный увеличитель, опять-таки. Все, хорош. Два света, правда, здесь две молнии. Ну, тут уж как ни крути. Все, вот такой рецепт мы сохраняем. Конечно, запихиваем в цитринитас. А другие где? Я не сохранил, да? Ошибка. Ладно, давайте пособираем то, что здесь собралось. О, времени осталось мало. Время уже все, неумолимо. Давайте завершим тогда вот так. Бам. Бам. Завершили зелье, ребятки. Ой, да, одно зелье я профукал, получается. Ну, не страшно, сделаем потом еще. Главное, что я... На видео это есть, и мы это можем сделать. Цитринитас с нуля, ребят. Целиком и полностью с нуля. Цитринитас полностью мы реализовали. Передернули. Ожидаем производства.
Я перепутал, что ли? В смысле перепутал? Я что-то перепутал? Так я же не перепутал. Короче, скорее всего, я реально забыл альбедо положить. Я не обратил на это внимания. Ржут сейчас наверняка все перед экраном, и это неплохо. Потому что такие моменты, ребят, бывают редко. Я получил не просто какашку. Я получил разноцветную какашку. Вот именно. А вам слабо такое сделать? Вот то даже. Все, мы открыли Цитринитас, ребят. Открылся секрет Рубеда. Я вас с этим поздравляю. Цитринитас у нас наконец-таки сделан. Ура! Рецепт Рубеда. Омоложение повсюду. Либидо. Страх. Кошмар. Это то, что мы еще пока что не делали и не хотим даже в это вмешиваться. Удача. Здесь, которая вообще непонятно где вообще да, находится. То есть те зелья, которые мы плюс-минус хотя бы могли сделать, мы могли сделать. Мы сделали. Остальное, ребят, уже начинается настоящий трагедия. Надо будет попробовать, сколько будет стоить разноцветное говно. И это вы узнаете, конечно же, в следующий раз. А пока что хотим поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров, благодаря которым-то, собственно, на канале сейчас видосы выходят. Присоединиться к их числу, вступить в семью. А семья — это главное. Можно по ссылке в описании, ребят. Ссылка на Бусти. Переходим и подписываемся.